инстаграм-аккаунте легендарного российского мушкетера Михаила Боярского появилось фото с темными силуэтами на зеленом фоне. В одном из них фолловеры узнали артиста, но оказались крайне удивлены подобному фоторешению. Более того, некоторым гостям его аккаунта такая картинка навеяла мысли о трауре. Благо, с 70-летним Михаилом Боярским все в порядке, и он по-прежнему проводит все свободное время с семьей и близкими, а в неординарной рекламной кампании, по мнению фанатов, принял участие в корыстных целях. Не секрет, что в последнее время внешность актера настораживает фолловеров и наталкивает их на мысли о его проблемах со здоровьем. К примеру, в начале июля Михаил Боярский опубликовал в микроблоге видеообращение, в котором поделился историей жизни музыканта Санкт-Петербургского симфонического оркестра, у детей которого врачи диагностировали смертельный недуг, и попросил оказать ему финансовую поддержку.